Всем привет! У меня тут недавно день рождения был, и вот подарок подарила мне племянница. Хотела открыть его на камеру, ну так, чтобы раз сюрприз, должен быть сюрприз, так сказать, первое впечатление. Я вот маник себе еще сделала. Не знаю, как показать. Вот такое вот как бы. Ладно. Приступим к открыванию. Смотрите. Ты наш цветочек, да? Давайте откроем, посмотрим, что там такое интересненькое. Даже жалко рвать. Так, конфетка. Марсенка. Так, давай отложим. Ребенок старался, делал 2 дня. Смейся чаще. Ну и улыбочки такие. Так, а здесь что у нас? А, ух ты! Еще конфетка. А, длинная конфетка. Напополам сложила. Так, дальше. Это типа чупа-чупс. Нет. Сердечки с чупа-чупсом. И там у нас. Я так поняла, это все сладкое, да? Я сладкоежка, как бы не откажусь. Так, это твиксик. Ага, понятно. Так, дальше. Так, ты наш самый великолепный подарок в жизни. Так, а здесь как открыть его? Хочу аккуратно открыть, чтобы сохранить на память. А, вот есть. Так, аккуратненько. Ух ты! Лимоника. Лимоника. Со вкусом яблока. Надо попробовать. Не пробовала такую штучку. Дальше. Здоровье тебя. И такие вот, типа, флажочки, огонечки. Она еще говорит, у меня были другие идеи. Блин, надо было их сделать. Надеюсь, негде открыть. А, вот, все открыла. Так, здесь вторая штучка. Одинаковые. Ну, еще лучше. Попробую еще раз. Так, дальше. А, картинку забыла показать. Салют для тебя. Салют для тебя. Здесь что? А, конфетка тоже. Ну, это получается все сладкое. Так, дальше. I love you. И сердечко. Ну, старался же ребенок рисовал. Сердечко такое. Вот это самое ценное, когда дети делают своими руками все. Что это? Веселый. Веселый напугай. Нифига себе. Язык вампира. Господи, первый раз вижу такое вот. Язык вампира красит язык. Это интересно. Зловещая ежевика. Господи. Ладно, это интересненько. Так. Ты наше солнышко. Ну, похоже чем-то на меня. Только не желтые волосы у меня. Так, здесь. О, жвачка. Классная жвачка, кстати. Из детства. Такая, так, дальше. И еще одно сердечко. Я ей говорю, это что, пазл? Как будто она говорит, нет, это типа как радуга. Я такая, а, ладно. Так, а здесь у нас. О, такая же. А, это жевательная резинка, оказывается. Угу. Вот все. Вот и все. Спасибо за просмотр. Подарочек очень понравился. Очень приятно, когда дети делают для тебя специально эксклюзивные подарочки. Все, спасибо. Пока.